Всем привет! В комментариях к предыдущим видео вы просили показать и рассказать, какую редиску я выращиваю под пленкой. Я выращиваю несколько сортов и гибридов. Нравится мне больше всего такой вот сорт редиски, как Cherry Bell. Вот я покажу вам упаковку. Cherry Bell. Я беру от Садиба Центр, Традиция. Это такая киевская агрофирма, у них хорошие семена. И вот покажу урожай. Вот у меня под пленочкой, сегодня 6 мая, и покажу вам, какая редиска уже на 6 мая. Сеял я ее где-то 5 или 6 апреля, то есть ей месяц этой редисочки. Чем хорош сорт Cherry Bell? Она не боится густоты посадки. Ее можно загущать. Посмотрите, как у меня густо. Видите, густо-густо посажено. И это мы уже ее рвем. Это она прорежена. Мне там писали, что она очень густо посажена, не будет редисочки. Ну вот смотрите. Это при густоте посадки очень густо. Смотрите, какая редиска. Я вчера поливал, поэтому она грязная. Вот. Здесь хорошая крупная редиска. Все классно растет. Есть и меньше. Ну, я не люблю очень крупную. Она пустая потом. Вот такая в самый раз на фоне пальца. Смотрите. Редисочка очень хорошая. Это сорт Cherry Bell. Под пленкой она очень классно растет. Вот, смотрите, тоже густая. Сейчас я буду ее прорывать. Вот среди редиски у меня есть капуста. И друг другу не мешает. Видите? Растет среди капусты. И вот, ну, крупная, хорошая редиска. Я говорю, я люблю такую не сильно большую. Вот где-то мы уже ее едим с 22 апреля. И вот каждый день с такого маленького кусочка, килограмм-полтора редиски у нас есть на каждый день. Сорт Cherry Bell очень хороший. Под пленку и в открытый грунт у меня есть, и в открытом грунте. Она, ну вот это уже такая вот под пленкой. Смотрите, я ее нарвал. Есть у меня еще парнички. Посажено попозже, это сорт 18 дней редисочки. Не помню дату, когда я его, этот сорт, сеял. Ну вот покажу, смотрите. 18 дней, длинненькая. Малиновая такая, розовая. Тоже скоро уже будет. Как видите, у нее листочки коротенькие. Cherry Bell, конечно, высокая. Ну, под пленкой ее и тянет. Я посеял между рассадой томатов и капустой. Вот у меня ряд томатов, редисочка, опять томаты, редисочка и там капуста на краю теплички, теплички парничка. Редиску вырву, помидоры будут расти дальше. И сразу короткий обзорчик покажу. Вот какая уже у меня капуста ранняя, помидоры. Давненько я не снимал видео. Это редиска. Сейчас ее вырву. Ждет рассада помидор высадить в открытый грунт с ящичков. Горох. Тоже под пленкой чуть-чуть посадил. Милана очень любит. Где-то даже, вот видите, уже будет цвести цветочки. Вот цветочки выкидывает. Будет цвести уже. Эта редисочка уже отошла. Салат уже вот такой, видите, уже можно кушать его. Укропчик тоже посеянный в конце марта. Молодая петрушка в конце марта сеял. Это петрушка с прошлого года, осенняя посадка. Вы видите, какая большая. Рассада капусты. Перчик
лук-кущевка. Давайте я быстро перейду в следующий парник. Кстати, вот покажу вам флокс. Какой красивый цветет. Давайте мы же с другой стороны на солнце. Флокс. И вот еще один флокс, это другая расцветка. Сиреневый. Посмотрите, какой красивый. С маленьких кустиков вот за 2 года он разросся. Клубника купчиха уже цветет. И рассада помидор. Надо прорвать бурьончик, потому что вот видите, есть бурьон. Завтра займусь. Ну вот так. И пари лезет. Здесь разные сорта томатов. И покажу еще гигантскую тыкву. Завтра буду также ее уже пересаживать в открытый грунт. Сниму отдельное видео. Такая гигантская тыква. Вот. Там дальше сладкий перец. Ну, на этом все. Ждите следующее видео, будет о посадке гигантской тыквы. Какие удобрения ложить, как ее высаживать, какой урожай мы получим при удобрении. И кустик посадим без удобрения, чтобы сравнить. Всем пока. До новых встреч.